Самое главное профессия в Газпроме — электрогазосварочник. Сварщик варит трубы. У них есть маска, такие большие перчатки и держалка. Маска у них как у Даутлейдера. А зачем они это делают? Чтобы не стать слепыми. Электрогазосварочники часто работают в ямах по ночам, и там искры сыпятся как на фейерверке. Электрогазосварочники варят трубы, чтобы по ним шел газ в Китай, в Азию и вообще много куда. Когда я вырасту, то стану электрогазосварочником. А может, программистом? Нет.